спортом я начал заниматься в 1989 году. Меня, значит, друг мой затянул сюда, Кимаев Виталий Сергеевич. Да, вот мы вместе сейчас с ним тренируем. Получается, ну и по окончанию 11 классов Милкин Василий Владимирович предложил мне стать его помощником. Да, тем самым воспитывая молодежь, подрастающее поколение. Да, после 11 класса я стал помогать Милкину. Ну и тем самым вот пришли вот к этому залу. У вас есть педагогическое образование? Конечно, я учился в Челябинске, Уральский государственный университет физической культуры и спорта заканчивал.